Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, сегодня Святая Церковь отмечает столетие мученической кончины священномученика Вениамина митрополита Петроградского, великого столпа Церкви Христовой, мученика за веру, исповедника, обличителя обновленчества и предстателя за нас грешных. Войдите, Владыка, в святый храм в честь этого. Вознесите молитвы о нашей пастве и за нас, и чтобы Господь его молитвами дал мир и Божью благодать. Праздник.
Господи, сиди и чинится из ваших делей гор, а мы же повелители. И мудрец просит и услышим святого Евангелия. Яко еже глаголит бывает, будет ему и Господи которая была бы прощением для ваших отношений. Много и благодаря вам.